И всем привет, с вами я, Александр Навасов. В данном видеоролике вы не поверите, но сегодня я играю в Far Cry 5, да. И у меня сейчас телефон, вот посмотрите, сколько еще время. Сейчас. Вот. Может, вам будет видно. Сразу так показываю. 27 марта, 10:44 сейчас время. Вот. Видно, 27 марта, я не знаю, как будет видно. Вот. Все здесь видно, вот. Там было. Ладно. Сегодня мы играем, короче, в Far Cry 5. Я не буду так темнуть, рассказывать что-то. Это первый взгляд на игру. Я только что ее установил, еще не знаю, что сейчас будет. Я не знаю, звук сейчас работает вообще или нет. Ладно, сегодня мы начинаем играть в Far Cry 5. Я покажу вообще, что это за игра. Ну, пока что только для начала. И, возможно, я ее буду проходить на канале. Ну что ж, мы начинаем тогда. Так, погнали, ребят. В общем, извиняюсь, что я снимаю опять на эту программу, немного тут все переделано, но все же, ладно, начнем с того, то, что здесь у нас Far Cry 5, я тут уже все настроил на максимальный, ну почти на максимальный. Ну ладно, это не важно, так, в общем, подробная информация мы можем почитать, это я смотрел производительность, как у меня будет играть, так, это у меня, походу, этот включился, ладно. Ubisoft, ладно, погнали. Окей, грузимся. Я не знаю, потому что что сейчас будет. Оконный режим должен все работать. Я не знаю, лагать будет, не будет. Я, если честно, я не знаю. Если же все-таки лагать будет, я не знаю, что делать. Извиняюсь тогда, ребят. Потому что я не готовился, сейчас я не знаю ничего. Так, тест на производительность создателя игры в меню обучения. Так. Я не знаю, меню обучения не хочу делать. Погнали сразу играть уже. Так, новая игра. Что там больше? Ничего нету? Окей. Достаточно так и, ребят, интересная игра. Так, уже здесь можно выбирать, да? Или что? Что это такое? Что за фигня? Не-не-не-не, не женщины, нет. Нет. Убери ее, убери. Так, у нас здесь есть новости, ребят. Кто хочет, почитайте. Сразу я такой сначала поставлю такую сложность немного. Ну ладно. Как же... А вот он. Погнали. Сразу мужика выбрал уже. Погнали. Я так ждал эту игру, ребят. Вы не поверите, сколько я ее ждал. Так, ладно. Сейчас загрузится игра, надеюсь, это все будет достаточно так и сразу, чтобы я уже начал играть. Потому что, ну я понимаю, я все перенастраивал всякие опять программы именно под эту игру, чтобы FPS вот вывел то, чтобы 30 FPS выводило нормально, то есть все хорошо, чтобы было. Не лагало и видео не лагало, я не знаю, будет лагать или нет, но у меня не лагает пока что игра. Ну это хорошо, я не знаю, как у вас будет. Надеюсь, все, что вижу я, то и вы видите вы сейчас на экране. Страна холмов и гор. Штат Сакрович. Я не смотрел все трейлеры, я не такой фанат Far Cry, но все же я хотел эту игру. Так что ладно. Родной и безумный. Это, видимо, трейлер. Потому что здесь легко не заметить человеческую подлость. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще никто. Чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Я не знаю, если вам интересно, я могу дальше продолжать. Я не знаю. Люди напуганы. Ну, все же, мне самому интересно, я этого не смотрел. Это для меня что-то новое, так что ладно. Все, что мы с вами создали. Я посмотрю. А третий предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Но они прозреют. Нет.
достаточно так и интересно, ребят. Да. Хоть я сейчас сижу и вообще не понимаю, что здесь, конечно, происходит, но ладно, ну да ладно. Так, видимо, у нас игра уже. Да, это игра началась. Так. Не знаю, почему экран такой. Это, походу, у всего Ubisoft такой экран. Такой маленький, ну, такой... Такой, я не знаю, как вам показать даже. Ладно. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Что сделать? Иосиф Сид. Не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки. Секта не всегда идет навстречу. Я думаю, иногда лучше оставить все как есть. Да. Но закон един для всех, шериф. Иосиф Сид не исключение. Так, ладно. Я не знаю, что сейчас происходит, но это уже что-то. Я уже могу двигать мышкой, и это достаточно таки интересно уже. Посмотреть на самих героев, достаточно таки хорошая картинка. Ну, извиняюсь, что такая у меня компьютер такой неправильный. Ну, ладно. Это не самое главное. Самое главное, что игра работает, не лагает, все настроено хорошо. Я настроил на самые такие интересные настройки. Выбрал такой самый такой лучший компьютер для этой игры, чтобы снять, чтобы все не лагало. И без монтажа выложить вам этот видеоролик, чтобы было вам интересно. Так. Лагануло чуть-чуть, ну ладно. Ну да ладно. Сказал то, что не лагает игра, и она залагала чуть-чуть. Ну ладно. Это, наверное, не видно будет. Потому что у меня сейчас здесь... Ну, нормально, FPS, также 30. Остается 30 FPS, то есть ничего не меняется. У меня максимальное количество изображений 60 я поставил. Так. Так. Вот мы приехали, я не знаю, почему так... По-моему, графика какая-то неправильная, ну ладно. Так, ну все. Они высаживаются пока что, ладно. Тут начинается уже какая-то фигня. Я уже не могу двигать мышкой, я уже это видео идет, да. Ее я не могу пропустить, я ничего с этим не могу сделать. Это очень. Это очень круто. Вот опять я могу двигать мышкой. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Салага. Внимание. Не зевать. Идем. Так, ну все, они вышли. Сейчас что-то будет происходить, я не знаю. По-моему, игра для Far Cry 5 нормальная, так как я вообще играл во все Far Cry, и для меня это интересно. Так. Ну, конечно, да, интересно. Я посмотрю вот это вот. Достаточно. Вот, смотрите, отражение даже идет. Я не буду на это отвлекаться, но все же ладно. Вы покидаете область. Ладно. Пошлите за ним тогда. Тут какие-то парни, тут что-то горит, какая-то фигня, костер какой-то. Так. Тетки какие-то, мужик вот стоит, какой-то битый. Биток с какими-то этими. Я не буду к нему подходить. Так. Ладно. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, маршал. Так, мы идем пока что и наслаждаемся самой игрой. Пока что вот эти вот с дробовиками здесь что-то стоят, делают. Собаки здесь какие-то. Так. Собаки с друг другом там воюют, что-то убивают друг друга. Интересно, да. Так. Доходим до сюда. Так. Сейчас посмотрим, что будет. Опять же, видео идет, я не знаю. Давай лучше сделаем, по-моему, без шума. А, мы можем двигать. Я думал, это видеоролик. Да, это прикольно, ребят. Да, то есть каждый видеоролик можно что-то двигать, что-то и просматривать здесь.
То есть у вас не просто картинка идет, и вы смотрите. Не. Тут можно двигать и посмотреть вообще героев. Там какие-то буквы написаны. Буквы написаны, смотрите, на двери. Я не знаю, я прочитать не успею. Нет, я не успел, все. Ну ладно. Так, все. Нет, мы еще не идем. Ладно. Так, вот он. Главный у них, вот три шерифа, там, вот еще тетка. Мы знаем, что случится дальше. Так, мы можем смотреть каждого этого. Тетки, мужики. Все, забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Так, все встают почему-то, но это странно. Не позволим. Шериф, ну, еще рано, не позволим их жадности. Их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Все аккуратно. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они, саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Интересно, конечно, киношка, ребят, уже начинается, уже интересно. Вообще, я этого ждал, поэтому это было ожидаемо. Мне интересно каждый момент смотреть в игре, даже пропускать неохота. Это реально интересно. Этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Какие-то мужики здесь, тетки. Выйди вперед. Стоят какие-то. Я взглянул. Какие-то, смотрите, плазмы. Я только сейчас заметил, там плазмы, я думал, какие-то картинки какие-то просто. Это плазмы стоят, телики. Два телека стоят, короче, там это. Прикольно. Что делать надо? Бог защитит меня. А что делать надо? Салага, браслет на него. А, во, все, нормально, все прекрасно. Иногда разумнее всего просто уйти. Ubisoft представляет, ребят, уже что-то интересное. Уже было что-то интересное только что. Мне это понравилось. Начало мне понравилось. Но где сама игра, сейчас посмотрим. Так. Пошли. Сюжет пока что нормальный. Красивый сюжет, нормальный. От Ubisoft, конечно, я такого ожидал, но не такого. Пока что для начала не очень, ну да ладно. Погнали. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед, мы пойдем справа. Понял. Мы не позволим. Так. Дальше, ведем его. Ведем. О, можно смотреть. Да ладно. А что, его можно прям вести, что ли? Я его прям веду, ребят. Офигеть. Это так интересно, ребят, это честно вообще. Как грязь там, смотрите, вообще. Красивая графика, ребят, вообще. Так. Так, посмотреть, там кого-то убивают уже. Так. 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 Все, началась перестрелка какая-то. Я не знаю, что там произошло только что. Короче. Короче, его забрали и все. Что происходит, ребят? Что происходит? Смотрите. Это офигеть.
Вертолет упал! Вот, самые вот эти интересные, ребят, самый момент интересный. И опять Far Cry 5 у нас показался, да ладно. Опять же у нас какой-то мини-трейлер такой был для игры, да. Такого я не во всех играх видел, особенно в новых, которые сегодня вышли, 27 марта. Дата выхода этой игры, дата выхода Far Cry 5. Так, у нас тут все. Этот убежал уже. Или что там такое? Не понял. А, ясно, они висят по-другому, ладно. Что там с Маршалом? Так, давай, поймаем его, поймаем, поймаем. Давай, 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 давай. Оп. Ой, это же он. Отвечай, прием. Получи. И что делать надо? Enter? Нет? Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу. А что там с Маршалом, там с этим? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. Интересно вообще. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа. Офигеть, ребята, офигеть! Я вот нажимаю всякие вот эти кнопочки и вообще понимаю, что игра вообще интересная. Вот по начальному сюжету уже самое интересное началось. Вертолет упал, как кто понял уже. Я не знаю, сколько этот видео будет идти, но первый взгляд уже сделан. Он очень отличный, ребят. Пока что мне все нравится, все, что здесь происходит. Так, а что там? Они что бы... Не трогайте! Будьте нафиг от меня! Так, тетку уже все, тетку берут уже, так, мы даже ничего не можем сделать, кнопок нету. Ладно, давайте. Все, тут подожди всех. А че меня кто выпустит, эй? Алло, ребята! Чем я? А, вот. Все, нажимаем, нажимаем, нажимаем. Жмем, 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 жмем. Давай, 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 выбраться. Все. Готово. Погнали, погнали, погнали. Так, бежать там мы можем? Так. Все, погнали. Меня уже попали, меня ранили. Погнали, 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 давайте. Бежим, бежим. Как-то бегает он странно, ну да ладно. Куда бежать-то, йоу? Никто за мной не бежит. Интересно. Чё, куда бежать? Куда бежать-то? Алло, ребята. Так, скрытность. Это значит мигать, что-то там. Быстрое убийство. Это F. Пока что только F. Ладно. S-ка, всё. Ладно, F, 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 F. Так. Присесть, чтобы пригнуться, незаметным быть. Так, давайте пойдем, 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 пойдем. Оружия у меня нету. Я нашел. Нашел Мэтью. Все плохо. Мы не... Убили мы его. Так, мы можем взять. И обыскать. Все. Три патрона. Нет, у нас не три патрона. Так, здесь кто-то убитый. Это кто? Это кто-то ихний? Так, у него есть ветка, мы можем веткой тоже... Мы можем веткой добавить всех, охренеть! Чё там, пистолеты есть у меня? Сменить оружие. Идемте. Пистолет какой-то есть. Я его взять не могу почему-то. Погнали! Так, заходим сюда. И что здесь такое?
Бейсбольная бита. Так, ветка мне пока что не нужна. Так, погнали сюда. Все же какая-то фигня. Так. Окей. Так. Это что такое? Труба, что ли? Вот, это вот прикольная фигня. Я не знаю, почему биту я не выбрал. Но все-таки железная фигня будет лучше, наверное. Опускать. Это что, бита опять? Так. Все, выйти я не могу, не почему-то вообще. Ладно. Так, вот подпол. Так, я взял трубу, потому что все-таки железная труба лучше, чем бита, по-моему. Чтоб дубасить этих дебилов. Так, у меня есть... Что такое? Полезли? Я не знаю, что это. А, ну... Ясно. Пошли. Так. Идем мы куда? Идем мы туда. А что там, кто-то есть? Нет? Что такое? А, ветка опять новая. Ладно. Хорошо. Давайте. Так, что это? Опять ветка какая-то, что ли? Куда идти-то мне, блин? Кто мне скажет, куда мне идти? Может, здесь меню есть какое-нибудь? Нет, карты нету, блин, да что ж такое? Карту мне не дали. Ладно, давайте, добираемся до куда-нибудь. До куда есть. Так. Почему-то с разных сторон уже показался этот звук. Так, ладно, так. Окей. Они близко уже. Так. Есть какая-то фигня. Мне палит кто-то уже. А я не знаю, кто палит меня. Погнали. Так, там машины какие-то стоят. Баба какая-то стоит. Давайте... Куда мне бежать-то? На звук, что ли, или куда? Тихо, я уже подбираюсь. Видать, это на звук надо идти. На звук. Так. Один из них в трейлере Роя. Мы их достанем. Отец за всем проследит. Их, по-моему, двое было. Насколько я помню, их было двое. Тихо, подходи. Тихо. Давай, даже быстро. Не знаю, где искать. Пистолет. Три патрона. Так, это кто такой? Человек? Или кто там? Офигеть, так. А чё мне кто? Чувак какой-то. Даже не пытайся сбежать от нас. Тихо. Сейчас я это трубой его хреначу, блядь. Быстро не буду подходить. Не обвести вокруг пальца. Давайте. Игра полностью русская, это меня радует, ребят. Погнали. Так, обыскиваем. Переносить его не буду. И чё, куда? Так. Так, сейчас! Так. Бежим. Куда бежать-то? Ой, а до куда ты дошел? Кажется, я сорвался. Я вижу здесь рядом трейлер. У длинного моста.
Так. Чё, куда бежать-то, блин? Эй, алло. Блин. Обратно по лестнице? Погнали. Нет, я забыл. Там же лут. По-моему, был, нет? Или там не было? По-моему, что-то здесь забыл, нет? Ну, даже если что-то забыл, то я всегда могу вернуться. Как бы здесь открытый мир, ребят. Так, погнали. Тут мне нифига не нужно, тут вообще пусто. Так. Погнали. Так. Тихо. Кажется, здесь следы. Господь уберег его. Убережет и нас. Если мы будем верить отцу. Я, по-моему, он палит, нет? По-моему, он меня палит, нет? Сейчас будет что-то жестко, ребят. Нет, ничего особого жесткого не было. Так, обыскать нет места, и обыскать нет места. А что? Где у меня эта фигня? Лут или кто он там? Ай, блин, меня убили! А где лут? Где, почему нет места? Почему не было места, я не знаю. Что за фигня, почему не было места, ладно. Так. Сейчас, подождите. Тогда. Ладно, мы продолжаем. Осталось совсем чуть-чуть. Так. Окей, доходим до сюда. Трейлер. Так. Мочим его. Погнали. Так. Почему нет места? Я не знаю. Почему нет места? Где посмотреть, где места у меня? Где? Покажите. Где у меня здесь кнопка? Вот. Тап нажал. В общем, здесь. Бегите. Дополнительные задания. Тайник. А, нет, да. Выживальщики. Так. Что здесь есть? Так у меня же нет дробовика никакого, винтовки никакой. Ну что ж, побежали. Так, куда бежать-то? Ну, погнали. Так. Осталось чуть-чуть. Так, ребят. И мы закончим на сегодня этот геймплей. Так. О, кстати, ребят, деревья, смотрите. Какие красивые деревья. Конечно, это не максимальная графика, но все же это очень даже круто. Так, погнали. Ладно, осталось совсем чуть-чуть. Так, окей. Так. Добегаем до сюда, сейчас этих убиваем двоих. А где они? А я не знаю, где они, пофиг. Так, идем сюда, тогда. Во! Это же лут. Так. Лут. Так. Осталось чуть-чуть, ребята. Наверное, 5 минут мне хватит. Так. Так, окей. Заходим сюда. Так, все. Здесь какой-то убитый валяется. Так. Вот. Мы дошли до двери. Это довольно-таки хорошо уже. О, боже мой. Ты... Прости. Думал, тебя схватили. Так. Прости. Нет, мы уже ничего не можем двигать. Ладно. Давай. Проверь тут все. Довольно-таки интересно уже, смотрите. Ничего себе. Твари. Мы посадим всю эту семейку. Все
всю семью. Долбаные психи! Ладно. Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. М-ка! М4А4, ребята. Делаем вот что. Пистолет. Там есть дорога. Едем по ней. Так. На северо-восток. До Мизулы всего пара. Наверное, на этом мы закончим. Сейчас они заканчивают говорить, и мы заканчиваем на этом наш геймплей, наш первый взгляд на игру Far Cry 5. Надеюсь, вам первый выпуск понравился. Будет еще, конечно же, выпуск, потому что я его буду монтировать, это будет уже надолго. Но на таком моменте мы останавливаемся. И, в общем, ребят, все сейчас. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Всем удачи и всем пока.